My husband, Andreas, had become part of the Nazi war machine to protect me. He was afraid of the punishment that might have been imposed on us otherwise. Luckily, the doctor evaluated him unfit to fight at the front. Andreas ended up in the National Defense Units. At first, he was stationed in our hometown of Essen, so we saw each other quite often. Soon, the Allied raids began. Factories in our city produced the lion's share of German armaments, so the attacks were very fierce. Then my husband's unit was redeployed elsewhere. After a time that seemed endless, the war was finally over. The country fell into ruin, but I'd never got the word that Andreas had died. I am a Trümmerfrau now. I will help rebuild Germany while looking for my beloved. Всем привет, дорогие друзья! С мясного Зарбаба, и мы продолжаем с вами восстанавливать города после Второй мировой войны. Итак, у нас Западная Германия, завод, опять-таки ничего не переведено, поехали с вами дальше. Так, очки у нас с вами имеются, давайте сразу их потратим, 5 штук, то есть здесь щетку, максималку сделаем. Давайте, наверное, здесь еще возьмем радиус за единичку. И здесь тоже возьмем радиус за единичку. Так, здесь, получается, прокачали все. Дальше, получается, идем сюда. То есть качаем валик, качаем лопату. Ну, а потом, в принципе, все остальное. Деньги, опять-таки, не вижу пока смысла. Мы и так, в принципе, неплохо справляемся. Итак, по задачам. Угу. Сдвинуть какие-то объекты. Восстановить питание. Снести развалины. Перекрыть газ, разрежьте трубу силоса, чистка арены, опять-таки брать мусор, очистить стены, и улица, фурнитура и свет. Ну, поехали. Мусор сразу. Отлично. Здесь у нас... А, сюда надо будет загрузить. Так, тут надо будет восстановить. У меня нет строительного мусора вообще никакого. Так, там ходит мужик, но... Это, походу, не моя территория уже. Так, здесь газ надо перекрыть. Собрать металл. У нас пока только есть металл. Что это мне как-то верхом тащит? Надо сначала перекрыть газ. Опа, плакат нашел. Найден коллекционный предмет. Мне, по идее, нужно получать строительный мусор. Газ я перекрыл. Куча палетов. Уже даже не влезает. Тут вообще все ломать надо будет. А вот, кстати, строительный мусор. Но газ до конца не перекрыт. Развалины там с вами, опять-таки, я, скорее всего, буду делать за кадром. Так, это собираешь? Это ты не собираешь. Резина. О, кирпичики пошли. Металл. Дерево, дерево не надо. Я пока не буду ничего выкладывать. Нам нужно с вами еще найти, получается, один вентиль.
Хорош. Так, нашел еще, получается, плакат. Все это не переведено, к сожалению. Дальше поехали, получается, мусор здесь. Мусор здесь. Кстати, можно уже тут немножко восстанавливать. Пока я тут все это дело вижу. Еще кирпичики, еще металл. Все, металл, получается, все. Больше некуда. Ну, тут я бульдозером пройдусь. Прям 100%. Так, давайте тогда сейчас здесь посмотрим воспоминания. Окей. Ну и как тебя тут убирать? Щеткой? Серьезно? Ну вот, хорошо, что мы с вами прокачали по максималке щетку. Прямо сейчас самое то. Так, вот это надо будет заложить. Здесь. Вот плохо то, что он вот эти вот ямы не подсвечивает. Вот реально. Чтоб понимать... Где что еще заложить надо будет? Так, щетка поехала. Надо будет сейчас уже выкладывать материалы, чтобы карман освободить. Блин, тут прям туда не подлезешь. Да, это надо будет разбирать, только тогда нужно будет почистить. Ну, пока хотя бы здесь. Щетка нет. Все? Нет, тут надо только кувалду сначала сломать. Поехали сейчас строительный мусор. Тут дырки заделаем. Отлично, пошли варить. А, варить-то понятное дело, но я уже собрать мусор не смогу, да? Что мы тут? Отлично. Так, теперь здесь. Тут только чисто собрать металл.
Ага. И чего? А, наверх теперь. Допустим. Что где тут еще варить? Ну, а вот еще сварить, да, надо будет. Интересно, сейчас вот получается швы подсвечиваются зеленым. Раньше, по-моему, такого не было, нет? Да, тут, конечно, много придется варить. Так, а если я залезу на трубу? Красавчик. Ну, давай. Так, туда не залезть. Без лесов никак, да? Ладно, пошли тогда сдавать пока. О, стоп. Дырку надо заделать. Сейчас тогда сдаем мусор. Так, подожди, сначала вот так вот сделаем. Создать. На всякий случай создать. И на всякий случай лестницу тоже создать. Во, а потом все дело выкладывать. Туда надо бы что-то притащить. Ну, давай сейчас здесь разберемся с мусором. Так, места не хватает. Прикол. Ладно, пошли пока варить. Тут явно как-то надо наверх залезть. Ладно, ставим леса. Ага. Блин. Стопэ. О, отлично. Пошли сдавать металл.
Блин, там еще полчаса надо будет, да? Еще один шов. Ну тут, скорее всего, наверное, как-то надо вот на 4 части делить эту бочку. Фух, теперь здесь, да? Вот тут-то пошире явно шов, сразу видно. Почему-то там был такой узкий. Вернее, не узкий, а короткий. Грёбаная щетка мне мешается. Я не вижу точку. Вообще жесть, всякие тут значки появляются, блин, все мешается. Отлично. Так, давайте тут уже дочистим. Все. Осталось только, получается, это... сломать все здесь. Но давайте сейчас пройдемся, наверное, все-таки сначала по мусору. Да, собираем его до конца, потому что тут уже прям большая область. Тут сначала надо будет все сломать. Возможно, опять-таки будет стройка. Но не факт. Так, стоп. Странно, что он эти объекты не выделяет. Так, это открывается? Нет, не моя территория. Ладненько. Угу. Я думал, вот эти вот можно собрать. Опа, бункер нашел. Ты смотри. Так, главное про него не забыть. Так, все, у меня доски уже все. Ну, пошли тогда вниз, спустимся. Ну, слезь-то, пожалуйста. О! Продукты питания. Колбасы, арбузы. И чё я тут? Ради чего? Просто нашел, типа, получил ачивку и все. Ну, окей. Нашел и нашел. Бункер с едой. Не застреваем. Так, ну тут только чисто хватать, это можно сломать. Это тоже хватать, это ломать. Так, это уже не моя территория. Все, металл тоже все. Ладненько, поехали. Сейчас никакой, конечно, ни тележки, ничего нет, а хотелось бы где-то там найти место, куда можно будет скидывать все это дело. Ну, давайте сначала по кругу соберем, да? Так, это мы не собираем. Внутрь уже потом пойдем.
Ага. Записулька. Тут ничего такого нет. Типа какого-то секретика. Так, ну здесь вроде как все я почистил. Что у нас там вообще получается по чистке там? Стену я еще не очистил какую-то. И мусор еще не до конца убрал. Стену не до конца очистил. Какую стену? Пока непонятно. Блин, не хватает места. Ну тут вроде бы я все. Давай потихонечку здесь ломать. Я, наверное, сейчас вот эти вот ямы сломаю. А, так я тут еще не до конца почистил, ты смотри. О, хорош. Ну, чего? О, отлично. Так, ну это, наверное, лучше бульдозером ломать. Так, ну по идее все, осталось только все дело собрать. И потом бульдозером пройтись. Так, все, пойдем выкладывать. Уже не хватает места. Не знаю, может какая-то будет еще стройка вместо вот этого всего дела. Просто пока по зданию никакой стройки нету. Так, здесь все. Давай здесь сейчас закончим. Отлично. Опа, письмецо. Вот это находка. Даже не ожидал. Паспорт какой-то, да? Ну, вроде бы все, да, собрал? Да, отлично. Все, садимся, получается, за бульдозер. И вперед все это дело крушить, ломать. Вот это я понимаю. Бульдозером самое удобно.
Ну что, игра опять вылетела. Я просто немножко в шоке. Но мы вроде как остались на том, что начали тут все дело ломать, крушить. И у меня все это опять слетело. Давайте сейчас опять-таки я выйду, и надо будет прокачать очки умений. По максимуму получается здесь троечка. И здесь по единичке. Окей. Как-то так, то есть... начинаются проблемы все равно серьезно с игрой. Вот тут я начал ломать. Надо, получается, сломал чуть-чуть. Дождался, когда пыль рассеялась. И дальше пошел ломать. Потому что вроде как вот эту систему я сломал, а мне опять она появилась. После загрузки. В общем, у этой, да, у этой игры слишком много проблем. И что самое интересное, заметил, что... ну уж очень долго вообще нет никаких обновлений по этой игре. Вообще ноль. Тихо все начинает немножко провисать. Я уже вижу по этим, по FPS. Когда начинает сильно падать, то возможно проблемы. Что осталось-то еще? Так. Задание выполнено. Снести развалины. Да, построить новое здание. Но это вроде как не относится к основному заданию, да? Да, это... тут у нас еще разрезать какие-то трубы. Арена, получается, полностью почистил. Можно, в принципе, заняться строительством улицы, фурнитурой, светом. Но давайте сейчас построим, наверное, новое здание сначала. Так, а что мы можем построить? Ну, вот это мне не очень интересно. Вот это, наверное, я поставил бы, да? Неправильное положение. Не понял. Что значит неправильное положение? Может быть тут что-то... какой-то мусор? Да, там мусор лежит. Один кусочек камушка остался. И все, мы строить ни в какую не хотим. По идее, у нас осталось только вон то помещение. Полностью его надо будет изучать. Но давайте займемся стройкой. Вот это я нет, опять смотри, какая-то херня. Неправильное положение. Что значит неправильное положение? А, тут, наверное, надо починить все это дело. Ну вот опять-таки говорю, ямы должны подсвечиваться тогда, чтобы я мог понимать, где я не вижу, где я пропустил эту яму. А ничего, к сожалению, не подсвечивается. Это-то плохо. Так, ну тут вроде я все заделал. Опять-таки могли, в принципе, не засчитать. Ну, давай попробуем еще раз. Нет, все равно ты смотри. Неправильное положение. Ну, здесь мусора точно никакого нет. А что значит за неправильное положение, непонятно. Может быть, бульдозер мешает? Давайте я его отведу подальше. Еще раз. Ага, вот. Наконец-то, поехали. Это что тут требуется? Строительный мусор. Ну, у меня его прям... а, это кирпичи, хорошо. А кирпичей пока у меня нет. Я сейчас даже не знаю, есть ли они у меня в наличии.
О, мусор закончился. А как так, почему? Нет, вот, нормально. Пошли за кирпичами, попробуем их взять, если вообще есть. Я какие-то там брал. У меня в наличии получается 190 всего лишь, но это мало. Я так думаю, это мало, если мне требуется целое здание построить кирпичное. Значит, где-то должны быть ящики с кирпичами. Сколько уходит по одному кирпичику? А, ну по одному, в принципе, не так страшно. Тут вопрос, сколько буду ходить на здание. Где вход? А, во как. Непонятно какая-то ситуация. Иногда вроде стены есть, но тебя туда не пускает. Ну, такие, которые прорисованы, что надо будет их строить. У нас, по-моему, была такая ситуация на военном аэродроме. А тут, получается, проходишь сквозь. Странно, конечно. Ладно. 50 кирпичей. Ну да, в принципе, как я сказал, тут требуется дофига кирпичей. Значит, все должно быть там. Поехали разбираться, что у нас тут есть. Это надо ломать. Без проблем, сломаем. Ящики. Во, кирпичи, кстати, пошли. Все, отлично, пойдем. Немножко взяли, пошли поставим. А что у нас тут? Ну, там надо будет наверх идти, восстанавливать лестницу. А вот и кирпичики. Хорош. Так, ну кирпичи-то мне особо-то не нужны были.
Давай поставим леса. Чем мы не залазим? Здрасте, приехали. Алло. Что за бред? Господи, какая она кривая. Ужас просто. Тихо. Надо было немножко не так. Дальше кирпичи пошли. Ну, и чё? Так, снова тут все-таки меня смущает вот этот вот момент. Дальше, скорее всего, доски. Не достроились. Хорошо. То, что не достроилось, не проблема, у нас тут дофига этих досок. А, туда не пройти вообще. Еще кирпичики. Так, кувалда пошла в дело. Ё-моё. Это надо наверх лезть. Так, военный ящик. Ну, лома... А, собрать. Так, ну тут понятно. Тут это все надо бы с помощью крана. Найти ключ. Угу. Сюда ящики явно загрузить, да, надо будет? Но вот это пока я ничего не находил. Так, сниз вроде бы я все почистил, да? Так, схватить крюк, а смысл какой? Пошли пока строить. Главное, чтобы вот это вот засчиталось. Что-то как-то оно все стоит незасчитанное. Доски. Отлично. Все. Ну, а это как стояло, так и стоит. Хорошо. Главное, что построил. Что в итоге у нас с вами получается? Трубу разрезать, да? И чисто поставить украшения. Давайте, наверное, займемся украшением сначала. И это сейчас... Так, тут что-то какое-то есть обучение. А, понятно. Это управление. Это все можно будет снять. Вопрос только в другом. А куда это тащить? Это же мне, получается, надо будет вытаскивать. А куда тащить?
Пока непонятно. Давай пока складывать все сюда. Итак, значит, улица. Угу. Столбики всякие. Давай возьмем одни часы создать. Автобус настолько нафиг не нужна. Так, карусель туда же. Ну, вот это вот можно будет сделать. Давай, наверное, телефонную будку. Хотя тут в Германии, причем здесь вообще английская телефонная будка. Ну, давай пару этих люков возьмем. Уличный пожарный известитель, что ли? Ну, давай возьмем его. Пожарный гидрант еще возьмем. Итак, значит, часы. Есть часы. Ну, поставим где-то, наверное, вот... А, сюда нельзя ставить. Или можно все-таки? Можно. А что это, туалеты, что ли, какие-то, или что? Непонятно. Дальше. Почтовый ящик. Пусть будет здесь, значит, люк. А, ну можно, в принципе, поставить люк, да? Один здесь. Один здесь. Значит, пожарный этот известитель пусть будет здесь. Пожарный гидрант пусть будет здесь. Что у нас получается? Значит, улица, кстати, еще не все. Фурнитура и свет. Ну давай, наверное, еще парочку возьмем пожарных этих. Так, улица. А, урны, кстати, ни одной нет урны, да, у нас? Ну, давай две урны возьмем. Так, свет. Ну, только чисто уличные фонари возьму я. Раз, два, три, четыре пока. И фурнитура какая-нибудь. Ну, опять-таки, это пробковая доска, допустим. Вешалка. Металлическая вешалка. Деревянная полка. Ну, какой-нибудь ажурный комод. Поехали, значит. Две урны. Одна здесь. Одна здесь. Так, все с этим, получается, закончили. Да. Фурнитура, свет. Ну, давай сначала со светом разберемся, значит. Раз. Два. Три. Четыре. Так, вроде как свет появилось, что выполнено. А, нет, половина только, да? То есть надо еще 4. Хорошо. Давай теперь здесь разбираться, значит. Что куда можно поставить? А, ну пусть здесь висит. Так, вешалка здесь. Вешалка здесь. Полка. Ну, пусть будет вот здесь. Ой, стеллаж такой. Я думал, он большой стеллаж. Ну, ладно, пусть здесь стоит. Так, это не то. Это у нас... Что получается? А, фурнитура еще немножечко. Наверное, штучки 2, да? И света еще 4 надо будет. Значит, фурнитура. Давай возьму, наверное, еще парочку стеллажей. Пусть будет полка с прессой и черный шкаф. И свет... Раз, два, три, четыре. Отлично. Так, пресса. Так, с этим все. Да. Ну все, остался только, получается, свет. Отлично. Здесь пусть стоит. Здесь пусть стоит. Ну и с этой стороны закончим. Все, да? Да, здесь тоже все. Осталось только трубы там. И все это вывести туда. А, еще и починить электричество. Но сначала надо будет найти ключик.
Пошли пока наверх. Угу, так, это сюда. О, сколько тут этих ящиков, да, нашел? Это как раз туда надо будет. Да, с такого стула прям такие балки. Это, конечно, да. Так, а почему этот ящик нельзя собрать? Странно. А, я думал, тут труба еще подсвечивается. Какая-то книжка. Ё-моё. Как же они летают-то? Ну, по идее, здесь все. Так, вот эту вот записочку надо будет взять. Коллекционный предмет. Ну, давай чинить. Металл вроде как есть. О, прям ровно в ноль вышел. Здорово, мужик, что хочешь? Задание выполнено. В смысле выполнено? О, ящики нашел. Еще одна записулька. Так, ну тут уже мы, как говорится, можно смириться с тем, что тут у нас нет никакого перевода. Все. Все, но ключ я так до сих пор и не нашел. Там бессмысленно. Тогда я что-то не понимаю. А где что-то мне ключ искать? Вот, кстати, труба. Угу. И как, скажите, пожалуйста, я должен здесь работать? Ну, допустим, я поставлю сейчас вот эту вот стремяночку, да? Но я не достаю. Я еще должен был снизу что-то отрезать. И там еще должен отрезать был. Да вы издеваетесь. Так, подожди тогда, получается, на пятерку. Ой-ой-ой, покатился вниз. А, неправильное положение резака. Так, это собрал я, хорошо. Что-то здесь надо еще делать. Блин, теперь это все дело будет мне мешать. Как же неудобно. Так, поехали, значит. Здесь полностью... Куда что упало? Все это, получается, надо будет вниз идти. А давай. Отлично.
Ага, тебя надо будет транспортировать. Эх, ладно. Ты чуть не придавил меня. Тебя тоже надо транспортировать. А, нет, сначала тут с тобой надо еще разобраться до конца. Куда, 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 куда? Где? Пипец, она летает все. Так, давай здесь, кстати, разберемся с этими ящиками. Все. Это тоже все готово. Это тоже все готово. То есть, по идее, у нас все выполнено, кроме основного. Включить свет. Металл. У меня его много. Но сюда, скорее всего, он не заедет. Передвиньте 6 объектов в зону специальную. Я, кстати, поехал не в ту сторону. Блин, а можно как-то камеру повернуть? Я нифига не понимаю. Так, влево-вправо. Ну, допустим. Не понял. Ну, закрепил я крюк. Куда мне его тащить? Туда, на улицу, чтобы можно было потом там закрепить крюком. Система, конечно, будет очень долгая. Во-первых, он очень медленно передвигается. Так. И вот так вот каждый раз надо делать, да? Офигеть. О, я еще и застрял. Ну и пипец какой-то тогда получается будет. Так. Проблема в том, что я здесь застрял. Я в стене. А, отлично. Мешала вешалка, да? Ну давай тогда я ее поставлю куда-нибудь вот сюда. Вот пусть тут стоит. Отпустить. Ну, поехали пробовать сейчас все это дело двигать. Если это реально вот таким образом делать, то это будет очень долго. Это будет пипец как долго. Офигеть, он зацепился. Так, закрепить. Ну тут хотя бы как бы не все надо, да? Типа 6 штук каких-то всего лишь. Пипец, он его мотает. Ну да. Ну, как я уже говорил, про физику забудьте. Да, вниз. Окей. Ну что, опять игра вылетела. Жесть полнейшая. Тут вообще ничего не варил. Оказался вообще в самом низу. Давайте тогда вот это все быстренько тут расставлю. То есть, да, чем мы уходим дальше по сюжету, да, тем более проблематично все это дело становится. Так, во-первых, надо починить электричество, да. Так, металл.
Офигеть просто. Вот, ну вот как это так? Куда ты полетел? Так, готов для перевозки. Но опять-таки я не понимаю, как я буду это дело перевозить. Потому что тут все через одно место сделано в этом вопросе. Тут вообще надо опять-таки наверх идти. Я теперь даже не уверен, там-то я все трубы брал. Да вроде как получается, что все. Так, с этим разобрались. Ну все, это пока все вернулось. У нас только получается основные цели. А, опять-таки, умение прокачать надо. Ну давай. Сюда. 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 А, здесь осталось только, получается, все это дело перетащить. 6 предметов. Давай считать. Во-первых, 2 бочки. Это раз. О, кстати, плакат нашел. Так, это у нас был. Вот он, плакат. Так, сбился, значит, 2 бочки. Раз, это 3, 4, 5. Вот это получается 6. Ну, выходит, что так. А, дальше, кстати, этот... Вот это надо перенести сейчас будет, а то опять я, получается, застряну. Ну, поехали опять-таки пользоваться всей этой фигней. А насколько я могу уехать влево-вправо, непонятно, да? И как вообще должен там, получается, цеплять? Все, я не могу больше. Это максималка. Ну и пожалуйста. Может, давай попробуем опустить все это вниз. Ой-ой-ой-ой. Класс. Ну нет. Ну зацепись ты, ну ёптать. Не хочет. Надо еще что ли опустить. О, а ты что, не сломанная у нас? А потому что не подсвечивается нифига. Вот и не сломана. А, вниз. Еще, 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 еще. А, все, сейчас у нас шло в текстуру, это будет проблема. Вот это будет тогда сейчас проблема. Неужели? Да, с этим, конечно, полная жесть. А, поднимаем. Ну и чё? О, етит твой налево. Куда он там? А, вот он. Полная жесть. Ну-ка, ой, кошмар. Давайте я пока хотя бы сколько смогу вытащу все это дело, да? Мне бы еще просто камеру повернуть, мне так неудобно. Я просто не вижу, куда я... Я еду задницей, получается. Там было где-то оружие, да? Во, отлично. Сколько там у нас получается? Все, да? Ладно. Эх, надо было опустить-то. Чё это я?
Ну и куда ты пошел? Подожди. Да ёптыть. Пипец, система, конечно, здесь не очень сделана. Где зацепить? Да цепляйся ты, ё-моё. Ну, я не вижу. Что, это не надо вывозить? Короче. Это кошмар. Это реально кошмар. Это издевательство. Пускай ниже, 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 ниже. Куда вот он поехал? Не знаю. Вот, ну, подожди, давай бросим. Ну, хотя здесь нет значка. Может быть, я что-то не упаковал? Непонятно. Ладно, пошли пока сюда тогда. Не-не-не, неправильно пошел. О, закрепить. Так, где пульт? А, тащим на себя. Офигеть просто. Тогда получается, я не знаю, какой будет шестой объект. Не, ну тут, конечно, все шесть я не подтащу. Но максимально близко попробую. Допустим. Отлично. Куда ты катишься все время? Куда-то укатился теперь, не знаю, куда он там катится. Сам по себе вообще работает. Тут еще не факт, что я смогу все это дело оттащить. Так, ну тут еще был ящик, да? Самый начальный, самый первый, который не получился у нас. Нет, вниз. Два, это три, там внизу четыре, еще одна бочка пять. Ну, по-моему, блин, оружие это как раз все должно быть шестое. Но там нет возможности зацепить. Вниз. Так, поехали назад. Бочка. Ну, сначала вытащим то, что внизу. Там какой-то двигатель, да? Тоже стоит. Потом еще одна бочка. А потом надо что-то разбираться с ящиком. Так, пошли. Есть такое дело. Ё-моё, блин, прям мне в лицо. Поехали.
Так, нормально, пускай. Ну и остался, получается, сейчас эта бочка. А, кстати, получается, я... вниз я не смогу пройти. Ты скажешь, что я внизу не был, но тут же все заколочено. И оно не ломается. Ну, в принципе, как-то так. Опускаем вниз побольше крючок. Должно, в принципе, дотянуться. Отлично. Давай, тащим его. Все, застряли. Опускай. Куда? Где? Где он? Офигеть. Иди твой налево. Ты куда ушел? Ну где ты, блин, я не вижу. Ой, пипец, конечно. Так, ну я попробую сейчас это дело отцепить. Сейчас попробую как-нибудь поставить леса. Ну, либо леса, либо стремянку. Жесть. Давай не сюда, давай попробуем сюда залезть. Да ты издеваешься, что ли? Нет, тут только надо леса. Все, хорош. Ну и вот как теперь, смотри, получается здесь нет возможности. Я вроде все поставил, да, тут должен по идее быть крюк, а его нет. Поэтому давайте пока отвозить то, что можем отвезти хотя бы, да. Потому что может быть опять игра сейчас зависнет и все. И тогда мы вообще с вами не сможем выполнить это задание. Начнем с тебя. Да ёптыть. Так, леса убери. Ну не размахивай ты ей так-то, ёпта, блин, ёма. Ну вот вообще серьезно, могли бы хотя бы добавить какую-нибудь физику. Это ж тяжелый предмет. Он просто так его не раскачаешь. Надо брать какой-то размах. Так, один есть предмет, хорошо. Как на форсаже, блин. Резкий полицейский разворот. Один предмет есть. Но это будет только 5 предметов. 6-го-то предмета нет. Как ни крути. К сожалению. Ну вот что ты, ну что ты творишь? Тут надо еще поставить так, чтобы хотя бы можно было все остальное поставить в эту зону. А, я не могу даже заехать туда. Серьезно?
Ну, два предмета есть, окей. Давайте ставить первую хотя бы бочку. Где крюк? Офигеть, застрял. Да куда же ты... Ну, попробуем. Давай! Есть такое дело. Пошли. Поехали. Ну вот, чем не возможность ломать здание, да? Я, главное, не могу его выше поднять, блин. Я бы его поднял бы, конечно, повыше немножечко, чтобы он у меня встал. Смогу отцепить. Отлично. Да куда ты вечно? Так, 3 из 6. Да, с ящиком непонятно. С ящиком какая-то проблема. Так, хорошо, поехали. Но по картинке там видно были как раз вот эти вот ящики с боеприпасами, со всем остальным. Да куда ты не туда, блин? Ставь. Давай возьми. Отлично. Ну, поехали, пока подгоним. Ну все, приехали. Ну и что? Ну вот, по картинке прям видно, что главная цель. Вот он, ящик. Вот он, ящик. Но я не могу его тут ничего с ним сделать. Нет возможности его зацепить. Почему, я понятия не могу. Ну что ж, мне пришлось все заново переигрывать всю миссию. При этом в Стиме началась скачка. Я так понял, обновление. Но обновление это как будто заново скачал всю игру. Потому что весило это все 35 с лишним гигабайт. В общем, переиграл я миссию, крючок появился, но выявилась другая проблема, я не могу достроить здание. То есть вот ни в какую не появляется значок укладки кирпичей, даже, в принципе, если я их и выставлю здесь, то здесь ничего, в принципе, нет. Нет никакого значка,
Три стены я смог построить, в принципе, на этом все закончилось. Все. Но хотя бы... есть возможность крючок, появление крючка, и мы с вами закончим с этим миссием с основной, потому что стройка — это дополнительное задание, оно не основное. Поэтому давайте... С этим уже закончим, и все. Потому что, ну, это уже... Это жесть полнейшая. Так, опускаем. Плюс, все-таки это было как обновление, но русский язык появился в некоторых местах, так что... Наконец-то. Но тут начинается другая проблема. Вот такая вот. То есть, полная жесть. Так. Я даже не знаю, где он. Я пытаюсь сейчас его подогнать. То есть, здесь проблема полнейшая. Ну, смотри, что происходит. Я надеюсь, что он хотя бы здесь внизу и останется. Потому что мне надо, чтобы он лежал внизу, а я смог его закрепить. Жесть. Ой, кошмар. Кошмар, просто отстой. Тут еще непонятная ситуация, как здесь будет, когда буду я вот этим делом все крепить. Потому что у меня были проблемы. У меня тут началось все летать, жестко летать. Последняя там конструкция. И это просто... Ну, это отвратительно. Это просто отвратительно. Такое чувство, как будто я играю в альфа-версию игры. Ну, цепляй. О, понеслась. Все, живет своей жизнью объект. А, ну вроде отдуплился. Нет, опять продолжает. Давай. Фух, все, не буду я переделывать. Это полная хрень. Завершаем. И самое главное, что мы с вами смогли закончить миссию. Вот это самое главное. По идее, у нас осталось еще два сценария. Один в Германии, один во Франции. И есть еще Польша, свободный режим. Посмотрим, что он у себя будет представлять, но... Это уже после основных сценариев. Да. Вот теперь вот так вот. Недостроенное здание. Вот это оно. Мусор-то я везде убрал. То есть у меня было все выполнено 100%. И, кстати, появилась возможность переключать задание. То есть на Т нажимаешь, раньше было У. И все работает. Так, это все разблокировалось. Хорошо. Все, у нас с вами открывается Гамбург, церковь Святого Николая. Трюмерфрау нужны в Гамбурге, городе, который сгорел в результате налетов авиации союзников за несколько лет до того, как до него дошла линия фронта. Там тогда служил мой муж. Интересно, бывал ли он в церкви Святого Николая, развалины которой я сейчас начну разбирать. Но это все будет с вами, ребята, у нас уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Бусти. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.